Спасибо, ребята, спасибо! Давно песня была написана, но все равно звучит как будто вчера, да? Ну, серьезно. Есть еще одна композиция, с которой, в принципе, дебют этой композиции начинался именно здесь, на этой сцене, песня, которая называется «Страшный марш». Ребята, под ваши аплодисменты! Я даже не помню. Песня, которая называется «Тучи». Бесследно рушит города, оставив наивность.
Которая называется «Открой!» Готовы? А ну давайте громче, готовы? Сейчас. Oh,
осенний лед, разрушенные желания, разбитые слова. И пусть ничего не значит, я знаю наперед, что этот путь дорога в никуда. Даже забыл в начале концерта, я так перечувствовался и забыл сказать, что у нас сегодня продается здесь наша продукция. Вы можете приобрести замечательные подарки на какой-то следующий, какой у нас праздник? Ну, 9 мая прошло уже, но я имею, ну, какой-нибудь такой праздник такой. Вот, пускай будет так, да, ну у кого-то же будет день рождения, правильно? Можете приобрести. Там же вы можете приобрести даже компакт-диски, у которых уже, наверное, компакт-дисплеер уже нет, наверное, да? У всех, наверное, винил или онлайн уже ребята сидят нормально. Но всегда вы можете оставить это как сувенир. Это было бы здорово, ребята. Песня, которая сейчас прозвучит, вообще даже я не собираюсь даже... Может, даже играть ее? Да не-не-не, мы сыграем песню, которая называется «Последний закат». Пыль.
группа Артур Берго! Спасибо, есть еще одна песня, припев, которую я хотел бы, чтобы мы исполнили все вместе. И чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее мы успеем на самолет. Ребята, давайте!
посыпались дублоны под столом, и только ветер где-то громко стонет. Скончался Капер, ну и по делам. Без настоящей лирической песни. Я просто хотел бы на сцену сейчас пригласить Оксану Михееву. Дорогие друзья, будьте любезны, пожалуйста, познакомьтесь. Это... Очень часто мы исполняем одну и ту же композицию. Сегодня мы решили сделать исключение. Я думаю, что... Да, я немножечко сама привязана. Естественно, песня о любви. И немножечко другая. Немножечко песня называется «Сюита темы вечной». Всегда счастье только с тобой.
вечных миров. Сюда мы ее провожаем, а дальше наш концерт продолжается, поскольку мы должны успеть Сергей Маврин, мы должны успеть на самолет. Ребята, готовы? А ну давай еще! Пробил час!
Перископ не включайте, пожалуйста, потому что мы здесь уже просто не можем. Иначе мы не доедем никуда сегодня. Стробоскоп не надо. Ребята, готовы? Ура! Ура! Давайте громче! Ура! Ура! Thank you.
Спасибо, ребята, спасибо! О, как круто вы поете, дорогие друзья! Я бы хотел на сцену сейчас пригласить еще одного участника нашего замечательного сегодня, нашего замечательного праздника, дорогие друзья. Встречайте Марк Бергу! Это настоящая малофака, ребята, я серьезно говорю. Просто подключим инструмент и сыграем песню, которая, уверен, всем вам очень хорошо знакома, но вы уж не стесняйтесь, конечно же. Исполняйте ее вместе с нами, особенно припев, дорогие друзья, если вы... Ну, это под ваши аплодисменты. Ну-ка, дай звук. О-о-о-о! Это звук, ребята! Давайте, ребята, песня, которая называется «Дай жару!»
Барабанные инструменты и перкуссия Данила Наумов. Ритм-гитара Марк Бергуй. Соло-гитара «Ламповая голова», дорогие друзья. Александр Стрельников. Спасибо, ребята. Я думаю, что на этом надо закончить нашу программу. И, конечно же, ну, то есть заранее извиняемся, потому что, ну, в общем-то, ну, самолет нас ждать не будет. И поэтому мы сегодня отправляемся в Новосибирск вместе с Сергеем Мавриным для того, чтобы поддержать наших дорогих друзей группу «Ария». Завтра будет прощальный концерт под названием «Гости царства теней», и он будет в Новосибирске, и нам, конечно же, нужно сегодня обязательно успеть на самолет. Но у нас есть еще одна композиция, ребят, которую мы хотели бы, без которой просто не можем уйти с этой сцены. Ребята, готовы? А какая это песня-то?